Всем привет, друзья, с вами Спикер, и мы в Форесте. Аборигенов стало гораздо больше, и нужно придумать очень гениальную ловушку, чтобы их просто всех поймать, подвесить вверх ногами и просто истребить. И, друзья, есть выход. Сегодня Спикер представляет вашему вниманию ловушку, даже не знаю, как название придумать, но это просто божественно. Очень просто и гениально. Мы построили вот так вокруг ловушки, то есть теперь аборигены не смогут опустить своих сородичей. Но у нас есть такой проходик, мы проходим сюда уже, ставим сюда, наверное, можем поставить кресло, столик, и можно просто наблюдать за всем этим. Их сколько вас тут-то? Хорошо, друзья, наверное, пойдем все-таки обмажемся банкой с краской, и тогда уже начнем это строить ловушку. Это просто гениальная ловушка, и нужно посмотреть, как она будет это дело работать. Да, банка с краской находится у нас, кажется, где-то прям тут-то. Сколько вас тут? Сейчас обмажемся, надеюсь, нас не будет трогать больше. Да, строить придется гораздо подольше, чем в прошлый раз. Карусельку нашу. Так, мы обмазались и посмотрели рисунок. Хорошо, давай-ка мы это уберем. Этот макет мы отсюда уберем. Мне нужны будут еще ветки. Ветки, веревки и 5 бревен, друзья. И, в принципе, ловушка готова. Но нужно построить, кажется, штук 15. Где наша бензопила? Нам в дело, конечно, бензопила. Но, друзья, все в порядке. Я теперь ваш, теперь можно строить. Ну, началась постройка. Постройка века 17-го года. Хотя у нас на дворе, кажется, май. Так, ну что, давай-ка вниз. Окейшки, прям туда. Хорошо, наверное, начало посрубаем, потом уже будем таскать и строить ловушку. Посмотрим, что из этого получится. Наверное, в следующей серии как раз мы и посмотрим, что из этого получится. Так, нормально, можно, по идее, даже построить такой домик сверху уже. Да, в какую сторону падает? О, прям на меня. Но мне кажется, все равно это долго будет. Нужно взять просто динамитом уже и проще динамитом все это дело взорвать. Ох, есть кустики. Есть хорошие кустики. Вот сразу 4 можно, нажал купить и упадет. Ну-ка, давай-ка посмотрим, сколько сразу же. Ух ты, да, это деревце падает. Да, 5 штук, 6 даже. 6 точно упало. Ну, можно, в принципе, уже потаскать и посмотреть, что получится. Парочка ребятишек мы все-таки уже поднимем. Ну, ребята, сейчас будет... Так, можно даже веревками веревки сделать. У нас довольно много веревок и палочки. Так, все, кажется, у нас кончились. Нужны... Ух, сколько тут у нас припасов кончили. Так, 5, кажется, он готово. 4 веревки, кажется, максимум. Окейшки, вторая готова. Это дело убрать. Так, четвертая готова. Давай-ка... Четвертую. Так, ну что, ребята, все спокойно, да, неспокойно, не трогают, мы обмазались банкой с краской. И смотрите, просто сидит и молится. А где ваш тотем здесь? Этот тотем не вижу. Можно, по идее, просто кинуть динамит. Он просто между ног. А, пролетел между ног, погоди, красавец, сейчас сделаем вот так, чуть пониже. Кажется, вот снова сквозь нее пролетело. Смотрим. О-о-о, просто в мясо. А второй чувак просто сидит и смотрит. Это тоже девушка. Это тоже девушка. Можно, в принципе, ей засунуть. А у меня динамита есть. Жалко, нет у меня динамита. Ну, в принципе, можно взять, наверное, бензопиво уже подойти. Вот так просто взять и отрезать ей голову. О-о-о, давай-ка режь голову. Все, походу, готово. Это просто в мясо. Руки болтаются даже. Хорошо, пойдем потаскаем. У нас, по идее, очень мало времени. Нам нужно построить реально очень большую ловушку. И у нас не так уж много времени, потому что уже скоро сядет. Но до ночи мы не успеем. Пришел, посмотрел так на труп своих сородичей. Хорошо, продолжаем строить ловушку туда. Это можно, по идее, сюда убрать, чтобы не мешать. О, как быстро разрушается. По идее, неверовка испарилась. Хорошо, пошло дело дальше у нас. Ну что получится? Мне очень интересно, что из этого получится. Можно реально поднять их все кверху уже. Сколько даже не будут не сосчитать. Я не буду тратить время и считать я не буду. Но она реально масштабная. Кто-то рычит. Ребята, все в порядке, я ваш. Пока я водички не помылся, мы будем такой и красный. Тогда тут очень много брен, нужно потаскать. Может, конечно, сделать было, наверное, тележку. И с помощью тележки гораздо быстрее. Но строится. Иди сюда, сейчас зарублю тебя. Иди сюда, между ног ставлю. Просто пополам. О, готов. Да, бензопила, это реально круто. И можно просто деревья очень быстро тоже снести. Готово. Пошло следующее дерево. Так, у нас там нет построек. А, хотя есть одна постройка. Он снова молится. Так, дерево упало, он молится. Ну хорошо, у нас, в принципе, есть еще один динамит. А нет, секундочку. Ох, да, как он мочит-то. Сейчас зажигайся. Держим. Нормально. Давай, кричи. Спецэффекты мне нужны. Так, а танк возьмем. Ну, просто погреет, все. Хорошо, что у нас есть. Веревки еще у нас есть. Кончились веревки. Нужно еще ветки. Нужны ветки, бревна. Эх, добьем тебя уже. Маленько погорел и успокоился. Хорошо, таскаем, наверное, бревна. Потом будем еще ветки. Нужно будет и веревки еще.
Да, ребят, гораздо меньше, когда мы покрасились, гораздо их меньше, но кажется, тут уже ловушка у нас рабочая. А нужны, кажется, еще ветки. Хорошо, потаскаем бревна, потом ветки. Мы в этой серии достроим, друзья, а в следующей будем испробуем уже ее. Я хочу реально всех поднять уже кверх на голову и просто реально наблюдать. Так, ну что, ловушка готова, чувак, иди ко мне. Как раз одна ловушка уже готова. Пока он думает, мы, наверное, сделаем парочку веревок себе. Так, готово. Стоит, раздумывает. Кто такой? Весь окрашенный. Интересно, есть банка с краской другого цвета? Так, секундочку, слишком много. Так, кажется, вторая или третья веревка. Ну-ка, уберись-ка. Так, сейчас уберется. Так, думаю, достаточно. Так, веревки, веревки, вот сюда нам нужны веревочки. Да, можно сделать, наверное, такой круговой. Можно сделать такую крепость круговой и поверху. Потом можно просто в нее сесть уже и там наблюдать, как они будут висеть. Сколько вас тут, ребята? Даже не понимает, кто я такой. Хорошо, ребята, вот я вижу бревна. Давайте помогайте. Я тут один, а вас уже слишком много. Как раз для вас и строю это дело. Да, крусельки довольно хорошие, но там у нас есть все-таки парочку нюансов, которые БРГшки все-таки спускают. Конечно, можно было сделать чаще, и тогда реально было покруче. Мы, наверное, все-таки сделаем. Так, стройка идет. Так, у нас скоро уже солнце зайдет, и, конечно, придется переночевать. Утром, конечно, продолжим нашу построечку. Я сделал веревки, ветки наберу. Ночью, иди отсюда. Да, она же не трогает меня, но практически не трогает. Сейчас, наверное, бензопилу просто нужно завести им и напугать их. Ребята, бойтесь. Так, спокойно, вот между собой, это то, что нужно. Мы посмотрим со стороны, как это будет. Так, ну что, бревна кончается, уже нужно будет еще, наверное, парочку динамитов взорвать. Бегать, наверное, за водичкой. Ух, точно, нужно перекусить. Батончик и водичку. Готово. Сколько вас тут, а? Ребят, по идее, у меня уже есть построено, так что идите сюда и как раз мне попадетесь. Так, ну одна точно построена, нужно будет сбегать за ветками, сделать еще две или три, пускай они попадутся, пускай маленько покричат вверх ногами. Ох, сколько там бревен у нас внизу. Как он шипит, как он кричит. Так, ну у нас куда нужно? Так, ловушка уже сработала, нам нужно, по идее, ветки еще. Ох, сколько у нас. О, селся, селся, и сейчас будем зарубить тебя. Прям до дерева и сразу начнем дерево рубить. То, что нужно. Нам нужно побольше дерева. Так, готово. Так, это тоже готово. И прям в нашу сторону. Уходим подальше. Да, мой друг, мы красные, и это, конечно, круто. Можно, наверное, костерчик сделать и абрегешку поесть, потому что мы проголодались. И давайте все-таки поедим абрегешку. Так, ну что, есть две ножки, можно их пожарить. А у нас, мне по идее, ветки нет. У нас нет веток. Мычит. Как его можно, интересно, еще убить? А у нас есть мушкет. У нас есть мушкет. Подходим поближе и прям в головешку. И готов. Жестко. Жестко просто на колени его и застрелить. Так, хорошо, мы, наверное, поедем чуть погодя уже. Мы, наверное, порубим деревьям. У нас еще, в принципе, есть солнце. Так, еще что? Вроде тонко и долго рубит. Да, все, дело пошло. Так что падает он не в ту сторону. Ну-ка, наверное, в ту сторону он падает. Прямо на деревья соседние. Ох, это довольно крупненько. Ну-ка, давайте тоже подрубим его. Все нормально. Ребята, как-то вы слишком часто молитесь. По идее, нужно поутру. Ну-ка, поберегись, прямо на тебя падает. Не только на постройку. Все нормально. Все нормально, я свой. По идее, они не красные, я красный, они не красные. Видимо, все-таки красные аборигены гораздо заводей будет. Так, куда нам нужно еще сделать? Да, все-таки мы сегодня не построим, потому что реально очень много нужно будет веток. Веток, мне кажется, нужно будет 5 штук. Либо всего лишь 2. А, 2 ветки нужно будет. Так, где у нас еще бревна есть? Мне нужны бревна. Так, они, кажется, вниз упали. Так, хватай одно бревно, и вот и у нас второе. Пока все спокойно, краска не сошла, значит мы еще типа ихние. Хорошо, нужно будет сделать, наверное, пару веток. Пару веревок еще. Это отсюда. Он нормально стоит и наблюдает, что я строю. Ребята, именно для вас я строю, потому что реально вы достали, вас стало слишком много стало, и мне хочется уже как-то вас приучить. Я буду вас подвешивать и буду просто проводить какие-то опыты. Будем проводить потом опыты на БРГшке. Можно, по идее, и всех поймать и сделать уже вокруг какой-то заборчик и просто спустить их. Они будут ходить внутри заборчика. О, гениально. Как всегда гениально. Так, ну что, он снова молится. Эх, его зарубим, конечно.
Мясо нам пригодится. Иди отсюда. Иди отсюда, нам нужно сбегать за ветками, потому что нужно будет закончить уже все-таки некоторые ловушки, чтобы их поднять и просто чем-то им заняться. Чтобы обергешки спускали других, и все так по кругу и пошло, и поехало. Так, нужна катанка, наверное. Сейчас наружу, наверное, 10 веток. Я, по идее, нужна есть какая-то сумка, но я эту сумку так и не сделал. Можно будет таскать 20 веток. А у меня только 10 по веток. Так, еще, наверное, 2 деревца. Так, 2 деревца, да, уже максимум, ну что, побежали обратным. У нас уже солнце, по идее, уже заходит, скоро будет ночка. Наверное, пойдем там перекусим как раз в лагере. Это мы отсюда уберем. Так, ну что, ребята, ох, якотыри попались на нашу карусель. Ох, тут четверо даже, даже пятеро. Пятеро браген попались на нашу карусель. Я даже и не пытался. А, по идее, вот один спустился. Даже не знаю, каким макаром они спускаются. Вот так можно сделать быстренько. Да, хоп, одну, вторую. Оп, попался, нормально. Веселая карусель продолжается. Меня не трогает, просто попались кверху. Ну, по идее, можно их, наверное, поджечь. У нас есть, в принципе, коктейль молот, он мне не нужен. Ребята, все спокойно, я свой. Поджигай скорее. Они уже спустились. Сейчас быстренько, пока не в кучке. Поджигай скорее. Вот так. Понеслась потеха. Как хорошенько даже подлетел. Подлетели кверху и там трое даже. Это прикольно. Хорошо, возьмем бензопилу. Как-то они реально пугаются. Смотрят на меня. Бойтесь меня. Решил на меня и сразу же попался. Нормально, карусель. Нужно побольше построить будет. Так, ветки нет. Нам нужны ветки, по идее, вот сюда. О, готово. О, готово то, что нужно. То, что доктор прописал. Так, кончились веревки у нас. Это дело поправимо. Так, вторая готова. Нас не трогают, реально очень красиво помогает. И нужно будет реально так делать. Так, и готова четвертая веревка. Так, ну что, сделаем, наверное, веревки. Так, нужно чуть подальше. Веревки у нас, конечно, вот тут нету. Так, готово, готово. Веревки проблем, конечно, нет. Вот с ветками проблема. И с бревнами. Ну что, порубим еще, наверное. Солнце пока что не зашло, можно породить, только именно построить, и главное, чтобы упало. Так, в ту сторону. Вон именно в ту сторону. Да, то, что нужно, нормально. А тут прям на горке, и можно даже на постройку упасть. Эх, давай-ка. Я направлю на эту сторону. Так, так, маленько, вот сюда, прямо на чувака. Нормально. Так, ну что, давай бензопилой его. Ну, смотрите, как тут будет жестко. Готов, кто следующий? Так, ну что, таскаем уже. У нас уже 4 бревна есть, по идее? Нет, уже 4, 8. Так, готово, нормально. Я думаю, на всякий половину мы все-таки достроим. Да, сегодня достроим, а следующее утро достроим следующую половину. И в следующей серии, друзья, будем реально проверять эту ловушку. Я название, наверное, придумал уже после ролика, но название как-то не очень придумал. Можно назвать ее карусель номер 2, но это как-то слишком банально будет. Надо что-то такое адское. Адская карусель. Надо будущее подумать. Хорошо, у нас что есть бревна еще. Бревна есть. Так, одно, кажется, последнее бревно, нужно будет еще порубить. Да, одну сторону все-таки мы достроим, половинку ровно. Так, готово. Ну где вы, ребята? Куда вы разбежались? Я вижу, висят парочку. Висят парочка трупов. Тут довольно густой лес. Иди сюда. Ох, есть ветки. Даже ветки есть. Порубим. Мне нужны, конечно, ветки будут. Нет, в этой стороне у нас ни веток нету. Всего лишь одна елочка. Да иди сюда уже. Давайте зарублю. Поберегись. Он прям на него падает. Нормально, сейчас рубим, наверное, еще 2 дерева. Эх, прям на пиво. Это было жестко. Ну-ка, давай еще разок. Ух, так сразу. Сквозь него и готово. Ногами кверху. То, что нужно. Так, вижу, оберегешки разбежались. Да, уже скоро будет ночка, а ночью их слишком много. Нужно будет, наверное, сделать все-таки здесь домик какой-то. Наверное, высокий домик сделать, и можно просто в домике наблюдать. Но нужно какой-то сделать балкончик, чтобы можно было выйти на балкон, выпить кофеечку, и где второе бревно? Вот бревном. Выпить кофеечку и уже посмотреть, как эти брегешки попались за ночь. Будет довольно зрелищно. Так, веревка нужна? Да, вижу две веревки. Как раз нужны веревки. Так, готово. Так, сколько здесь? Две. Ну, думаю, еще надо будет веревки. Наверное, все сделаем, 4 максимум. Так, чувак подошел. Уже сразу отбежал в сторону. Так, готов. Третье. И последнее. Так, ну что, веревки не закончим? А, тут, походу, не веревки. Нет, веревка готова здесь. Так, у нас есть, по идее, веревка. Так, веревки, мне кажется, уже везде есть. Да, везде веревки есть уже, так что их уже не нужны будут. Так, здесь как-то у нас слишком большой промежуток, что ли? Да, все-таки она получилась, мне кажется, не идеальным, но хотя поверху она идеально смотрится.
Так, хорошо, отыскаем бревна, у нас очень мало времени, нужно строить хотя бы половину и уже пойти переночевать. Уже утром мои друзья, конечно, продолжим. И где наши бревна? Вот бревна. Стоит наблюдать за новой ловушкой. Сейчас, друзья, будет готово. Да, в принципе, половина готова, но будут ветки. У нас кончились ветки. Ветки сбегаем, и как раз уже будет 5 ловушек. Тогда уже темнеет, нужно будет уже, наверное, идти уже, да, все-таки в наш лагерь, переночуем там, быстренько перекусим, и утром вернемся уже, будем строить, наверное, с новыми ветками, и с новыми, а веревки мне уже не нужны будут. Так, батончики у нас. Давай-ка, наверное, батончик перекусим, как раз наш ужин. Так, где наши бревна? Вот есть одно бревно, а второго я не вижу. Так, хорошо, бросай это дело, мы распилим еще раз. Два деревца спилим. Давай, подходи поближе. Подходи ко мне. Испугался. Так, готово, у нас есть уже. О, как медленно падает. Высокое дерево, видимо. Хорошо, эти бревна уже перетащим. И, друзья, пойдем переночуем. Утром вернемся, конечно, и закончим нашу ловушку. Но мне кажется, это гораздо быстрее получилось, чем такую карусельку маленькую делать. Это гораздо масштабнее. Там ребята висят. Нормально. Пускай ночью повисят. Возможно, их мозг перельется куда-нибудь в другое место. И они поумнеют. Так, готово. Так, какого черта стоишь? Иди-ка сюда, я с тобой разберусь уже. Сейчас разберемся. Можно, по идее, взять зажигалку уже и одной рукой прикольно, конечно, пилить. Вот так. Да, конечно, прикольно, держит бензопиво. Так, еще бревна есть. Еще один рейс, и можно идти домой уже, наверное. Так, ну, в принципе, готов. Да, можно идти домой уже, переночевал. Слишком уже стемнело. Наверное, Бергешку мы... Тебе тут не скучно будет ночью. Тут у нас ребята тоже висят, и они живы. У нас, по идее, эти черепки должны были освещаться. Ну, ползай так. Иди сюда. А у нас нет ветки. А там есть другая ловушка. Попался? Попался. Я сегодня закончим мега нашу ловушку. Так, я уже сбегаю за веткой. Можно их уже делать. И практически готово. Так, аж кончились ветки снова. Хорошо, сбегаем. Ну, ребята, все в порядке. Я же, по идее, ваш. Я, по идее, красный. Они, походу, все дело прочухали. Хорошо, прочухали. Это, конечно... Побежали за мной. Пускай бегут, подержим бок, и нужно будет лишь ветки. Сегодня мы зарубим реально эту ловушку, и будет реально жестко. Ребята, только так нужно с вами. С вами реально по-другому никак. Так, ветки, ветки. Ух, сколько елочек здесь. Еще парочку елочек, и вернемся. Нужно перекусить. Ух, у меня закончились батончики уже. Проблемка. Хорошо, у нас есть, по идее, аборигешка. Можно зажарить аборигешку уже и перекусить именно там, прям на рабочем месте, как говорится. Так, ну что, ветками на... запаслись уже, в принципе, у нас достаточно веток. Сейчас закончим. Иди сюда. Они, кажется, боятся звук бензопилы. Вот так завели. Реально боится. Хорошо, побежали обратно. Нам нужно реально сегодня достроить уже. Так, ребята висят. Они уже спустились, и все ловушки нужно просто активировать. Нет, есть парочку, даже трое. Трое висят, это, конечно, хорошо. Мы, наверное, вот тут уже закончим. Так, готово. Тут у нас тоже готово. Ох, да-да. Это строится довольно быстренько. Так, буквально вот этот промежуток остался еще. Так, ветки, кажется, уже кончились. Хорошо, мы, наверное, подоскаем бревна. У нас, по идее, есть еще парочку из бревен, которые я не собрал. Они упали чуть ниже. Ох, сколько здесь у нас много бревен, уже упал вниз. Сейчас, наверное, поднимем вверх уже. Можно, конечно, проще было сделать тележку, но тележка гораздо быстрее была. Так, а вот наша первая жертва уже. Он попался все-таки. Ну что, повисел уже пока, конечно. Тут повисим, конечно, его смогут опустить, потому что смогут еще подойти сквозь наши ловушки. Ну-ка, быстренько строим. Сейчас быстренько построим, и, возможно, его уже не опустят. Так, трупы, видимо, с прошлого дня. Солнце у нас поднимается, и все теплее и теплее. Так, готово. Рядом с тобой уже тоже готово. Карусельки довольно хорошо. Нужно будет построить почаще карусельку и гораздо побольше. И реально аборигенов тут больше у нас не будет. Так, ну-ка, брось дерево. Нужно, наверное, порубить. А у нас, по идее, есть динамит. Можно, наверное, взорвать. Нужно где-нибудь найти... Ох, тут есть два дерева. Два дерева, даже можно три. Давай-ка, наверное, бросим прямо вот сюда. Возможно, это цепит и три. Возможно, и четыре даже. И деревья падают не в ту сторону. Слишком далеко таскать. Хорошо, потаскаем. Ничего страшного. Ловушку строим всего лишь один раз и показываем, как это делается. Так, ну что, висит? Да, еще висит. Это нормально. Так, и сразу две еще готовы. Нормально. Уже можно спокойно сюда зайти.
И это, конечно, очень большой промежуток, но это, наверное, с той стороны нужно будет порубить. Именно вот с этой стороны, друзья, и, наверное, и порубим сейчас. Это у нас пенек. Главное, чтобы не упало на постройку. Так, сразу два дерева, что ли? Ох! Нормально. Это нормально, дерево упало. Так, давай-ка, наверное, в этом. А у нас, покуда кончилось... у нас кончилось топливо. Первый раз такое. Хорошо, что у нас для этого есть. Ну, можно сходить, да, конечно, с динамитом. И это дело, конечно, позарывать. Или взять просто делать это дело по старинке. Вот так дело уже по старинке. Так, рубим. А нажимать нужно? Я думаю, держать нужно. Я уже забыл как-то рубиться. Вот так это старым добрым способом и рубится. Ну, в принципе, не так уж и долго, я скажу. Казалось, гораздо дольше. Так, нормально. Всего лишь нужно 5 бревен, и у нас готово. То есть, буквально чуть больше одного дерева, и одна ловушка готова. Так, ну что, брегешки вроде позавтракали и прибежали к нам. Смотреть, что и дальше дело. Так, у нас, по идее, внизу еще бревна. И нужно будет еще ветки. Так, уже заканчиваем эту сторону. Бегает. Давайте начинается уже молиться. Так, у нас, по идее, нет динамита, может сбегать. Мне нужно, по идее, сбегать за едой. Ну, хорошо, наверное, сбегаем за едой, за водичкой. Сколько у вас тут? А мы уже белый? Нет, мы покрашены. Все в порядке. Ребята, идите на карусельку, покатайтесь. Друг друга покатайте. У нас, по идее, водичка тут. Я вот, походу, заберу. Как раз есть динамит, и можно взорвать, наверное. Так, динамит у нас находится, кажется, вот тут. О, есть. 4 шашки или 5 даже есть, можно позорвать, гораздо быстрее будет, чем это дело рубить. Потому что у нас есть бензопила, потом, конечно, сбегает за канистрами. А где второй у нас ящик? Не вижу второго ящика с водичкой. Так, хорошо, наверное, побежали обратно. У нас, в принципе, есть все 4 водички, попьем и продолжим. Так, динамит у нас есть, да, 4 шашки есть, давай-ка поджигайся. Один так и висит, и его не опустили. И больше, походу, никакой очень не попался. Ничего страшного, это дело поправимо. Сейчас закончим нашу мега-ловушку и как раз испытаем это. Где у нас кучка? Мне нужна кучка деревьев, где можно сразу 3 штучки хотя бы взорвать. Ну-ка, давай-ка прямо здесь. Ух ты, да, нормально. То, что нужно. Прямо на ловушку, но она цела осталась. Как раз таскать далеко не надо, прям рядом. Так, а еще раз. Это уже что-то с чем-то, друзья. Интересно, что по... Черт, как-то резко подбежал ко мне. Это что такое болтается? Ох, ну-ка иди сюда. Реально что-то болтается. Тут просто голова, друзья. Это-ка что за новые аборигены? Иди сюда, невидимка. Обалдеть. Это как так возможно быть? Куда он делся, я не вижу. Прыжок. Маленько в сторону, возьмем катанку. Ракетку взяли. Ладно, все равно, куда он делся? А вот он бегает. Реально какой-то абориген. Какой-то призрак. Ну, хорошо, что хотя бы его видно. Так, хорошо, бежали строить дальше. У нас сегодня другая серия. Эту найдем уже в другой серии. И будем его, конечно, обозревать. Так, зажигалку мне, по идее, не нужно. Так, чувак, не мешай меня. Я вроде бы красный, меня не должны трогать. Мою маскировку уже, походу, расчухали. Так, где он бегает, его даже не видно. Только одна голова, даже без глаз. Так, готово. Так, это нормально. Походу, все-таки убежал тот. Невидимка. О, прям прыжком. Какого черта происходит? Да, у меня нет бензопилы, и я не смогу уже им попугать. Ну, у нас, по идее, есть бензопила, но она не звучит. Да, она уже не звучит, уже как раньше. И ему, конечно, пофиг на этом. Черт, даже бог не поставить. Так, где ловушка? Я уже запутался. А, вон, вижу. Так, походу, его опустили. Чувака опустили. Хорошо, сейчас мы закончим, конечно же. И сколько у нас времени? У нас, в принципе, есть еще буквально 4 часика достроить нашу ловушку и уже посмотреть. Ребята, держитесь. Ух, сколько вот это нереально уже прочухали. Мою маскировку уже... Так, готово? Нет, нет, не готово. Мне практически добили. Ох, попался. Это что нужно? Так, таблетку, катанку взять. Так, еще раз таблетку. Так, водичку давай. Оп, еще попался один. Так, красотка, что ты орешь? Так, веревка есть готова? Эх, походу для нее нет. А вот есть рядом. Так, давай-ка вставай. Хорошо, пускай встает, мы пока что потаскаем еще. Это прям какая-то мелодия. Воу, с плеч! Вот так. Просто реально разрубили. Хорошо, потаскаем еще буквально чуток, мне кажется, осталось, и уже ловушка. Вот наши бревна, сколько тут бревен. Рубить больше ничего не нужно. Можно просто потаскать и маленько потерпеть.
А можно просто перемотать ролик и посмотреть уже, что получится. Так, покуда у нас там красотка погибла. Так, у нас тут есть? Да, тут есть, у нас внизу прям, конечно, очень далеко таскать. Чувак, что ты стоишь смотришь? Иди отсюда, пока я по твоей голой заднице не надавал. Так, вот убежал. Хорошо, сколько у нас рейсов. Два рейса тут у нас точно есть. Потом, наверное, если что, можно вот это дерево срубить. Как раз, чтобы не мешало. Дед рычит. Так, ну что у нас? Еще две ловушки готовы, и уже что-то с чем-то появляется. Да, мне кажется, нужно еще вот тут маленько достроить. Хорошо, наверное, вот сбегаем, наверное, сюда. Эх, какого черта, какого? Будем бегать. У нас, по идее, есть динамит, а вот наша невидимка. Эх, давай-ка иди сюда. Сейчас себя зарубим. Он убегает. Интересно, а можно его поймать, друзья? Невидимку. Сейчас попробуем поймать. Ну-ка, возьмем катанку. Ну-ка, иди-ка сюда. Я хочу тебя поймать. Ах, где? Не вижу, я не вижу его. Так, ну что, вперед давай. Его не убить. И его реально просто не убить. Что за фигня? Его, походу, не поймать. Бабушка стоит вот, а он прошел просто сквозь нее. Что ты там делаешь? Я не понимаю, пытается своих сородичей опустить. Мне кажется, это не он, какой-то другой сородич. Хорошо, наверное, о, есть динамит. Возможно, динамитом сможем его просто убить. Ух ты, сколько брюн. Эх, дела не было. А он просто даже не ударить не может. Нормально. А он нас ударить не может. Ну-ка, давай-ка с помощью динамита вот прямо вот тут можно бросить, хватать два бревна и убегать отсюда. Убегаем, бегай. Черт, чувак мне реально мешал бегать. Ох, сколько лет положили. Нормально. Так, как мне кажется, очень тихо. Наверное, включить, наверное, музычку. С музычкой гораздо будет повеселее. Ну-ка, давай-ка музыку заводи. Так, одно бревно у нас осталось. О, да, то, что нужно. Сейчас этот динамит засуну тебе в одно место. Иди сюда, куда ты убегаешь? Его реально не убить, какой-то, видимо, глюк. У нас вышло новое обновление, 0.61. И, наверное, какие-то глючки появились. Нужно будет, наверное, обозревать эти глючки. Помню, были летающие крокодилы. Это тоже было прикольно. Так, где наша музыка? Это и вся музыка, что ли? Ну-ка, давай-ка еще разок. Ну, в принципе, нормально. Сейчас закончим и... Да убери ты зажигалку. А у нас, по идее, динамит, у нас поэтому зажигалка достается. У меня, в принципе, тут очень много бревна уже. Бревен не хватает, чтобы достроить нашу ловушку. Там, вижу, еще попались, уже с другой стороны. Ох, двое висят. Нормально. У нас, по идее, с той стороны висели. Так, нужно еще, по идее, сбегать за ветками разок. Так, ну что, полоскаем бревна, потом, конечно, сбегаем на за ветками. Я думаю, сегодня мы точно достроим ее. Так, нет бревна. Ох, то, что нужно. Музыка довольно ничего. Так, у нас довольно много бревен. Так, мне кажется, буквально чуток осталось. Так, у нас тут готово. Тут готово. Ох, не осталось, мне кажется. Ребята просто куда-то разбежались. Солнце уже заходит, так что осталось буквально чуток. Так, бревна уже тут не нужны. Вот тут нужны еще будет. Так, еще три ловушки и, в принципе, готово. Ну что, ребята, уже висите и уже готовы. Вас на казнь, конечно. А вот наш невидимка. Он прошел сквозь, что ли? Как так возможно? Он бегает вокруг, что ли? Бегает, по идее, это место мое. Он пытается опустить своих сородичей, но это дело не получается. Эх, шашка с головы. Так, хорошо, что скажем, у нас очень мало времени осталось. Уже скоро закат и уже нужно будет все-таки построить в этой серии. Так, бревна есть? Да, бревна есть, нормально. Берри крики, значит, ребята прибегут. Так, еще две ловушки готово. Наш перевес готов. Нужно вот еще три перевеса, четыре. Да, еще нам будет подоскать четыре бревна. И уже буквально чуток. Ну давай, кожа прям реально не терпится, не посмотреть, что получится. Так, бревна есть что? Мне хочется другую музыку. Ну-ка, давай-ка вот эту кассету. У нас, по идее, 5 кассет в Форесте. Я нашел только 3, но это дело поправимо. Можно сделать даже обзорчик кассет. Так, бревна, бревна, бревна. Вот сюда как раз нужны. Настал третий день стройки, друзья. И мы сегодня, конечно, заканчиваем нашу постройку. Буквально осталось 3 бревна, и наша постройка готова. Без читов, своим потом и кровью мы все-таки построили ее. Так, ну что, в принципе, мне нужно одно бревно. Одно бревно, и наша ловушка готова. Уже некоторые попались, некоторые уже, наверное, видимо, затухли, они уже мертвые. Да, ребята висят, и вот такая у нас другая, друзья, получилась ловушка. Ну что, довольно интересно, пишите в комментарии, какое название ей дать. Я думаю, уже сам придумаю название. Ребята очень много уже подвесились. Конечно, будем в следующем ролике уже
ловить наших аборигенов, будем просто издеваться над ними и посмотрим, насколько она будет эффективна. И смогут ли свои сородичи опустить своих же собратьев. Хорошо, друзья, мы увидимся в других роликах. Ну а с вами был Спикер, как всегда, и всем до новых встреч. Всем пока!